А неплохо здесь ночью. Птички летают какие-то. Нужно что-то? Да. Неужто? Раз так, отдай их Кешу. Да-да, получится отличный дым. Ты что, курнуть решил, что ли? Какой дым? Ты о чем? Достаточно. Теперь вдыхай глубоко. Отлично, мне теперь еще и штырится. Окей. Вдыхай глубже. Я хочу обострить твой слух. Дай испарением наполнить твои легкие. Хм, дерево тоже колбасит. В некотором смысле. Это как вино, которым упивается пьяница. Я давно наблюдаю за тобой. Твои решения интригуют. Я что, тебе дом 2, что ли, ходячий? И, возможно, ты подходишь для моего задания. Я послал благословение Мундусу. Смертельную чуму, идущую по бретонским деревням. Один из моих монахов, эльф Аркендор, был послан собрать тех одержимых. По моей воле он отвел их в Тардамс, но с тех пор сбился с пути. Я не потерплю предательства. Иди в Тардамс и убей Аркендора от моего имени. Хм. Что за дерзкий вопрос? Эльф должен умереть. Либо исполняй мою волю, либо проваливай. У меня есть и другие смертные слуги. Ну что за смена разговора? Не ввели вы от вопроса, а? О, мелочные смертные. Я почти забыл. Не кусок же твоего трухлявого дерева. За это задание я дарую тебе артефакт великой силы. Щит двемерской работы. У меня покруче есть. Защитит тебя от заклятий и мечей. Вернись, когда убьешь эльфа, и получишь его. Да будет так, смертный. Теперь иди. Убей Аркендора. Теперь еще надо выяснить, блин, зачем его убивать, точнее, за что его убивать. Зачем, это понятно. Затем, чтобы получить щит. Нужно что-то? Аркендор? Кеш его знал. Он смотритель, пастырь, собирает одержимых, сдерживает гнойную рану. Аркендор и его одержимые всегда наготове, ждут приказа Периайта, чтобы покрыть мир его благословением. Не очень-то далеко. В ясные дни его даже отсюда видно. Гляди на запад, на склон горы. Там двемерские руины, Птардамс. Все понятно. Быстрая охота. Запад, говоришь? Запад, 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 запад. Посмотрим на запад. Честно, я ни черта вообще не вижу. Что-то вот это вот такое. Все такое расплывчатое здесь, вне фокуса. Ладно, пока что просто пойдем по склону горы. Там уж посмотрим, куда придем.
Я так понимаю, этот Аркендор тоже слуга Переята. Фанатье, блин. Поганое. Тем не менее, надо будет побольше разобраться в ситуации. Потому что ровным счетом непонятно ничего. Блин, тут столько этих облаков. Я офигею. Какие-то развалины на радаре близко. Что за... Небось, какой-нибудь волк, ради которого... А, нет. Покруче. Покруче. Значок как-то резко сместился. Странно. Ну, я что-то вижу. Вроде не похоже на обычную скалу. Ух ты. Это что за нафиг? Это, по всей видимости, и есть те развалины, которые мы ищем. А, да, именно так. Тардамс. Мага, ты здесь? Как всегда, мага, ну что с тобой не так? Так, ну и зачем это? Одержимый, привет. Я думал, будет разговорчик хотя бы какой-то. Что за... Чумные, заразы! Щитом прикончил, молодец. Они меня травят. Что за нафиг? Господи. Еще одни блюющие рожи. В Dead Island и так хватило. Сполна. На меня там и так от души наплевали. Вот! Блин! Лучше это выключить. Так, а где мага? Непонятно. Мага! Ты где? Опять она где-то застряла. Ну что такое? Ладно, зайдем вовнутрь. Ну что, опять эти две мерзкие развалины дурацкие. Сколько можно по ним бродить? Сколько меня еще будут заставлять туда идти? Две мерзкие сапоги. Ладно, возьмем. Выглядит прикольно и стильно. Может быть, маги отдадим. Мага, что у тебя за сапоги, если не секрет? Пластинчатые вроде. Ладно, пока ставим ей эти. Все равно за полный сет ничего не дают. Вряд ли у нее такое умение есть. Да я вообще не могу посмотреть ее характеристики. Полный отстой. Не знаю, какой она уровня. Сколько она может таскать при себе. Веса. Мага. Что ты думаешь по поводу того, что мы опять ходим по дремерским руинам? Я думаю, что это полная жесть.
Пожалуй, возьму кирку. Так, тут куча наркоты. ФСКН, блин, всем стоять. Только никого нету. Ну ладно, всем все равно стоять. Что-то мне подсказывает, что в этой комнате никого нет. Как будто спецназ с глушителя убрал. Смотрите, как точно. Почему-то они все летят в глаза. Так, не подходи ко мне. Чёртовы блюаторы. Ничего ценного. Только грёбаная зеленая масса. Что за туберкулезники? Я нарисую на дверях ваших домов кресты мелом. Ну вот, здесь хотя бы спальни есть. У этих двемеров. Точнее, были. Они им давно не нужны. Все спят, никто ничего не охраняет. Всем как-то глубоко плевать так. Пожалуй, не буду тратить стрелы, лучше магию использую. С первой отмычки открыли, отлично. Сильный яд. Тоже отлично. Идем дальше. Так, что это за тени такие подозрительные? Ты кто? Эй! А, мне показалось, там человек сидит, странно. В каком-то зеленом одеянии. Да тебе показалось, как всегда. Вам всем всегда кажется. У вас глюки, что вы отправились на тот свет. Да вы тут в зеленой жижей какой-то сидите. Нюхаете это все. Они тут, по-моему, реально наркоту какую-то варят. Друг друга перебили. Во время прихода. Да и все. Что за кислота? Я вижу свою жертву. Я по ней попал. А вот мимо этого промахнулся. Зря. Очень зря. Это стрела, друг мой. Еще минус один. Обожаю снайперские приколы. Еще минус один. Ладно, если что, убьем остальных в ближнем бою. Но там вроде никого не осталось. Что это за зеленые корни наркоманы? Нужно их выкорчивать.